Вы задумывались, сколько энергии тратит ваш ребенок на рост и развитие? По разным оценкам, в 1,5-2 раза больше взрослого. А нагрузку на детский организм во время учебы по степени напряжения можно сравнить с космонавтом, находящимся в невесомости. Как помочь детям полноценно расти, развиваться и познавать мир? Дополнить их рацион функциональными продуктами питания. Один из таких суперфудов с высокой пищевой ценностью и огромным количеством биологически активных веществ – пирга. Она даст ребенку необходимую энергию и запас полезных нутриентов. Пирга – собранная в соты, переработанная пчелами пыльца. Второе говорящее ее название – пчелиный хлеб, потому что она является источником белка для личинок пчел во время их роста. По разным оценкам, в пирге до 37% чистого белка больше, чем в мясе. Также здесь содержатся витамины, макро- и микроэлементы, все аминокислоты, липиды, жирные кислоты, флавоноиды, ферменты, продукты молочно-кислого брожения. На основе пирги Тенториум выпускает детское дрожже хлебно-молочное. Каждое дрожже на 90% состоит из пирги и молока с высокой усвояемостью. Продукт рекомендован с года в качестве мультивитаминного комплекса для укрепления иммунитета, набора массы тела, полноценного роста и развития. Если дети малоежки и не любят молоко, овощи, мясо, рыбу или субпродукты, хлебина особенно нужна как источник всех недополученных полезных веществ. А еще это вкусная альтернатива вредным сладостям. Вот какие отзывы оставляют довольные родители. Соглашусь, мои дети тоже с удовольствием меняют леденцы на молочное дрожжевое хлебино. Попробуйте, убедитесь сами.